Привет, Виталий. Да, расскажи свою историю успеха в игре «Денежный поток в Украине». Как ты стал богаче и как сегодня сработала твоя стратегия успеха? Ну, значит, начало игры было веселое. Выпал программист, айтишник. У него хороший доход, хороший старт, в принципе, очень неплохо. Я сразу понял, что нужно действовать не по-малому, по-большому. Ну, не в туалет, в смысле, а вообще. Значит, и, ну так, чтобы понимали, был доход 5000 долларов. Исходя из этого, моя была стратегия такова, чтобы не размениваться на там 100-200 долларов, там купил, отдал, ну, без вот этих вот мелких транзакций. Я дождался 3-4 зарплат, и у меня собралась круглая сумма. И в какой-то из моментов подошел хороший вариант приобрести квартиру. Я ее взял, потом сделал ремонт, ну, заработал на этом денег. Продал, да? Да, ее продал, как бы, где деньги остались. Ну, можно было бы дальше это все развивать, но как-то так уже не сильно хотелось. Ну, как бы, получил, грубо говоря, то, что я хотел, и в данном случае это я уже второй раз на данном виде, ну, именно на этом кэшфлоу в первый раз, был еще на одном. И как и там, так и здесь, ну, это работает. Ну, данное, скажем так, данное ответвление работает. Ниша недвижимости, ты имеешь в виду, да? То есть можно продавать, можно, ну, то, как бы, мне нравится работать вот с этой сферой. То есть, ну, когда есть стартовые деньги, когда идет какой-то стабильный доход, и в какой-то момент, как говорится, простреливать хороший вариант, там, приобрести, сделать ремонт и перепродать, то, ну, это вот мой вариант. Хорошо. Ну что ж, я тоже полностью за, полностью согласен. Я тебе желаю, чтобы ты в жизни это применял, ну, по-настоящему, да. Тренируйся здесь, тренируйся еще, общайся с другими риэлторами, с другими инвесторами, кто вкладывает в недвижимость, проходи курсы по инвестированию в недвижимость. И я уверен, что мы еще на рынке недвижимости с тобой вместе встретимся, потому что мне тоже эта тема интересна. Ну, да. Вот, я тоже изучаю, смотрю, может быть, мы даже будем соинвесторами, кто знает. Хорошо, спасибо тебе, желаю успехов. На массажи приходите. Да, приходите на массажи. Кстати, как тебя найти? В Инстаграме. Ссылочку оставлю в описании. Да. Ну, хотя бы в двух словах, где, как там оно называется? Береславский Виталий. Угу. Отлично. Все, ищите, кто хочет массаж, девчонки, смотрите, какой симпатичный, классный, мощный парень. Лучше. Еще и, да, лучший массажист, еще и будет у него много квартир, недвижимости, это вообще огонь. Да.